22 мая в Севастополе пройдут первые внутрипартийные выборы, или праймерис. Их смысл состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса во время основных выборов, так как их электорат обычно близок. Проигравшие во внутрипартийных выборах иногда все же участвуют в основных, но как независимые кандидаты без поддержки своей партии. Особенности такого голосования нашим зрителям пояснил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Валерий Кириллович Медведев. 22 мая проводит праймерис, это предварительная или примерка, или смотрины, как угодно их называют сегодня. Это только партия «Единая Россия» на определенных избирательных участках. И это предварительные смотрины на будущего кандидата, подчеркиваю, пока что, не депутата, а кандидата в депутаты по выборам в Государственную Думу. И кто больше наберет голосов, партия, видимо, примет решение, тому и рекомендовать идти на выборы. Сами выборы в Государственную Думу состоятся в единый день голосования по всей России 18 сентября 2016 года. Товарищи избиратели, товарищи севастопольцы, вот на 18 сентября 2016 года готовьтесь прийти на свои, пока что на тех же местах, где и были избирательные участки, прийти и проголосовать за кандидата, за будущего депутата в Государственную Думу и во все 10 муниципальных советов нашего города.